Очень понравились медитации, дыхание сидя, очень понравились прогулки по лесу, игры в снежки, все было весело, задорно, прям воздух здесь очень чистый, свежий. Здорово. Кружеские движения очень понравились, понравилось разучивать новые танцы. Самочувствие улучшилось, настроение поднялось, как будто есть ощущение, как будто глаза шире открылись. На мир. На мир, да. То есть, если Юля раньше смотрела строго перед собой, то сейчас уже как-то боковое зрение появилось более осознанно. Если это раньше были просто какие-то картинки мелькали, а тут как-то больше начинаешь смотреть в разные стороны. Вот. Очень понравилось углехождение, действительно помогает избавиться от каких-то страхов, и появилось желание прыгнуть с парашюта, чего я не хотела делать раньше. Не то, что не хотела, просто боялась, а сейчас как-то думаешь, а, чёрт там, и не прыгнуть. Да, то есть все получится, все будет хорошо. Подъем, просто удовольствие получаешь уже. Ну, тоже углехождение, оно пробуждает те чувства, которые раньше не существовали. Это выброс эндорфинов, адреналина, это все смешивается. И эмоциональная просто самооценка повышается, и желание приезжать сюда и просто совершенствовать себя. Очень понравился тренинг, очень положительные впечатления. Что интересного было? Понравилось, ну, все. Вот не могу что-то прямо так, что-то, чтобы не понравилось, вообще не было. И место. Все было, вот еще для меня все это было новое, и поэтому, наверное, надолго запомню. И очень мне понравилось быть с людьми. Люди понравились, быть с этими людьми понравилось. Просто удивительно подобрана была группа. Спасибо Тенгри, что в принципе организовал и собрал людей, что, в общем-то, вот эти знания, опыт передает людям. Это, конечно, спасибо, потому что самостоятельно изучить, в общем-то, сложно. Хотя так пытались что-то, но вот именно почувствовать, чтобы группе, почувствовать, да, и в группе. Вот. Тренинг позволяет с новой стороны взглянуть на жизнь вообще в целом. А у Димы были какие-то вопросы, они в результате тренинга не разрешились. С Димой получил какие-то ответы. Больше уверенности в себе появляется, что на самом деле все людям по силам, все подвластно. Зависит только от человека, от самого его желания и от его осознанности. То есть, если человек что-то делает осознанно, отдаются целиком этому, то это дает свой результат хороший такой. А то, что какие-то моменты ожидаются, как вот первый раз, второй раз, да, они немножко не те, потому ну и не нужно вообще ждать от тренинга человека каких-то повторений. Скажи, тренинг все по-новому. Ну да, вот сейчас случай, но в этом тренинге было только там одно, вот первое обязательно, если сдвижить. Остальное все было новое, и поэтому было интересно. Что она рассматривает этот тренинг как увеселительное мероприятие, то есть больше все-таки как лечебное мероприятие для души. Да.
что нельзя сказать, что она сюда ездит отдыхать, как на курорт, потому что для нее все трудно, все вот какие-то там упражнения, некоторые медитации, практики, да. Но все-таки в будущем это в жизни в простой дает положительные результаты. Хочу сказать, что рождественский тренинг, говорят, что от него зависит будущее в этом году, будущее на следующее время. И знает не по собственному, знаю по собственному опыту, что это было, приходит, и поэтому после того, как приезжала, все стало лучше, и приехала в этот раз, второй раз. Надеюсь, на так больше. Всем рекомендую. Раньше. Подождите мою юбочку. Еще не все сделали. Меня зовут Александр, я приехал из Стамбула. Здесь я первый раз. Лично для меня это первый раз в моей жизни, что я счастлив зимой, а не летом. Вот раньше, когда было, когда зима, то уже сразу я был постоянно в депрессии. А вот это вот первая зима, когда я действительно счастлив. Спасибо. Меня зовут Алексей, я тут уже не первый раз, уже сюда приезжал. Вот, мне очень нравится выполнять различные практики, буржуйские танцы, мне очень нравится. Очень нравится весь, вся атмосфера за тренингов. Люди становятся такими близкими, как будто вот проходит неделя, а ощущается, как будто мы знакомы очень долгое время, там, прожили кого-то там полгода друг друга знаем, с какими-то родными, близкими людьми. Уезжаешь с таким приподнятым настроением, сил наполняется тело силами, и потом прям хватает на долгое время, чтобы сделать какие-нибудь дела. Нет времени на тебя думать! Обороняй переправу! Мы решили просто делать без мыслей! А вы как? Это какой раз на тренинге? Не какой раз на тренинге? Второй! Как вам второй раз? Корреспондент. Отлично! Отлично! Прямо-то откуда? Вот она откуда будешь? Не местные мы. Не местные, вы какой раз на тренинге? Куда смотреть? Вот туда! Первый. Как вам тренинг? Благотворно. Откуда попали сюда, откуда узнали о нас? Нижегородское телевидение спрашивает. Нижегородское телевидение. Нижегородское телевидение спрашивает. Окей. Окей.